далеко не самый мощный. У меня Intel Core i5 третьего поколения, 4 ядра, 8 гигов оперативы. Здесь же видяха на AMD 7700 Series и SSD-диск. Все, я играю на ультрах, никаких проблем при этом не знаю. Так что, дружище, попробуй. Попробуй, просто зайди, сам поиграй, и ты сам для себя поймешь, надо тебе это или нет. Ну что, пошло у нас смещение, как раз таки на мост, где принимает Вейзик. Есть информация о том, что соперник прошел как раз таки позиции моста, там Коби уже находится практически в упоре. Ну и готов ли Андрей Ильичев принимать? Давайте посмотрим. Верните меня на Андрея, вот он. Ну, в принципе, был готов, но тем не менее не смог. Закрывает его все-таки Коби, зато Зишка с Ятаганом уже были готовы, есть минуса. А теперь шумиха начинается в районе А, плейнта и смещение от Райдена на двойку, есть по нему информация. Может поставить пачку сейчас по Кузе, но первый же раунд для команды X-Qual выдается довольно неплохим. Закрывает двойку, Эдмайер, ой-ой-ой-ой-ой, ну тут еще и на хаешку наступает от Зишки Роуз, там же Ятаган находит фраг. Эдмайер принимает решение играть на упор приема Т-шки и... По нему пока что информации ноль. Но идет чек с двойки, и в любом случае Эдмайер должен будет слышать своего соперника. Один уходит на дефьюз, второй идет на чек, как раз таки Т-шки. Деф уже пошел, и Эдмайер ловит очень хороший тайминг. Ай-яй-яй, вот первый минус, но Зишка все-таки разменялся. И первый же раунд отправляется в актив команды AWXZ в обороне. Ну и посмотрим, чем же это увенчается. Но пока что, с учетом миссия того, что мы видели успешно с вами на Метауне, здесь можно предположить, что и взрыв в городе может пройти довольно неприятно для X-квалов. Но последнее время мета очень сильно сменилась. Очень сложно делать какие-либо ставки, даже если команда выступает в роли аутсайдера. Эти ребята могут выстреливать в любом случае, не конкретные игроки команды X-квал. Абсолютно все команды, которые находятся сейчас в 9-м сезоне, наверное, за исключением только Формация, не в обиду этим ребятам, но у них 6 матчей и 6 сливов. Им надо срочно тренироваться, и причем это именно сливы, не поражения, не проигранные матчи там со счетами 10-8 и так далее. Это и были именно сливы, поэтому форматом надо очень собраться. Я довольно был рад, когда этот тег вернулся вообще на арену, когда эти парни вновь собрались. Но на данный момент они испытывают действительно очень много проблем. Ни в коем случае не хочу никого из них задеть или задеть их болельщиков, но тренироваться надо и надо поднимать уровень, иначе 9-й сезон для них будет просто пролетит как фанера над Парижем. Ну что, в этом раунде X-квалы очень хорошо бомба стартанули. Опять же, бомба была установлена, и в очередной раз преимущество на стороне X-квалов. Но здесь уже Вейзи выходит на аркаду через ноль. У него есть информация по Т-шке. Но Т-шку принимали вдвоем. От Роуза был минус Вейзик, и Зишка остался 1 в 3. Если позволят Олегу развалить эту ситуацию, то на взрыве в городе, ребят, ну не знаю, можно просто смело выходить из игры. Но нет, они все-таки не позволяют этого сделать своему оппоненту. Это 1-1. Но вот на ВВГ как раз-таки старт уже получше будет со стороны X-квалов, с учетом того, что они первый раунд на прошлой карте взяли только на второй половине. Ну а здесь первый же раунд забирают буквально после первого потерянного. Сразу же выходят на равный счет. От Райдена неплохой C5. Минус Куза. Ай-яй-яй, Зишка еще за зелеными ящами засел. Есть минус Роуз. По Спарсу должна быть на данный момент информация, но тем не менее она имеется. Хорошо, она имеется, хаешка отличная, залетела от Зи. Но вот на двойку есть ли инфа? Судя по всему, нет, Фрид просто боком встал к двойке, получает дамага от Коби. Райден разменялся, и там же халпа Зишки подоспела на 2, так что здесь без каких-либо шансов для игрока команды X-Qual это 2-1. Это 2-1, АОшки в очередной раз вырываются вперед, но, конечно, по первой половине было бы неплохо игрокам команды X-Qual взять 3-4 раунда для себя, но это очень тяжело сыграть против команды AWXZ. 3-4, а именно 5-4, да, где-то в этом районе закончить, в принципе, половину. Фрид идет щелкать тем временем выход моста и находит здесь же Спарса, промахивается на данный момент по Кузе. Он прекрасно понимает то, что Куза это сейчас такой отвлекающий больше элемент. Он прекрасно понимал, что будет смещение через мост, но и отошел на другую позицию, а вместо себя оставил Томаса Шейна, он же Ятаган. Ну и Ятаган справился с задачей великолепно. Смещение на Т-шку, Роуз готов принимать в... Я хотел сказать вместе с Эдмайером, но Эдмайер что-то как-то быстро передумал заходить в Т-шку. И по-прежнему X-квалы где-то жмутся ближе к нолю. Возможно, попытка будет смещения на мид, но
Не знаю зачем. У вас игрок в Т-шке. Вы можете ему подсаппортить. Они могут сейчас пройти на Б. Безусловно. Но там Зи. Там Зи. Зи дает информацию, что мидл уже в аркаде. Вот только если у него сейчас информация о том, что Эдмайер прошел под бетон, вот это навряд ли. Но и Фрид здесь же сидит. Фрид получит дамага. Давайте за Эдмайером сейчас посмотрим. Он первым будет открываться. Да, все, по нему есть информация. Ну и Фрид сразу же получает демеджа, погибает. Ну и Зишка теперь здесь среди двух огней, но нашел минус под мидом. Хаешка отправляется сразу же под выход восьмерки. Роллс тем временем добирается до Вейзика. 3 в 2 ситуация. Можно справляться. Выход под Томаса Шейна от Роллса, но Роллс и так был редовым. Так что там уже ловить особо нечего было. Так что Томас Шейн его закрывает. И Зишка был готов к приему Эдмайера. Это 3-1. Это 3-1, дорогие друзья. Давайте закроем наши ставочки. Так, прошу прощения, ребят, пока закрывал ставки. Там уже прошла перестрелка. Минус 2 игрока из команды X-Qual. Эдмайер, Коби и Спарс очень битые. Очень битые. Но здесь с таким хелсбаром вывести троих игроков команды OXE, но практически непосильная ноша. Райден готов принимать выход аплейнта. Альфа, в принципе, контрится по дальней. А здесь аркада через мост имеется. Там на нале Спарса зачекали при попытке уйти в Т-шку. Накинули по нему дамага сразу же. Эдмайер тем временем играет под винтами, периодически чекая мид. Но винты он также не решается выходить. А вот Коби уже практически зашел под аплейнт. Но здесь на двойке находится Итаган. Так, под Итагана хаешечка была отправлена. Но Томаса это особо не смутило. От Зишки и Томаса есть минус. И это четвертый раунд в активе команды AOXE. Фрид, open фраг. Но здесь, опять же, уже просто пошли пуш. Уже просто пошли пуш игроки команды AOXE. Роллс неплохо отстрелялся с Т-шки, но он дальше идет еще и на пятерку. Трипл килл нашел Роллс. Хорош, хорош. Ну и Эдмайер вместе с Коби. 2 в 2. Итаган против... точнее, Итаган и Вейзик против Эдмайера и Коби. Есть информация, что Коби тем временем закрыт под аплейнтом, но здесь Эдмайер идет за спину. А его не ожидают увидеть вообще здесь. Они полностью сместили свое внимание под аплейнт, но смещение имеется тем временем от Коби под ноль, и Эдмайер уходит в тупик Б-сайта. А вот Коби возвращается в Т-шку. А здесь смещение имеется от Вейзика, он не чекнет Эдмайера. Есть дамаг, есть минус, и Томас Шейн должен размениваться. Нет, серьезно, Эдмайер поставил пачку, и это, дорогие друзья, 4-2, первая половина, пока что мы продолжаем. Но не знаю, не знаю. Ошки здесь начинают немного подзадавать позиции. Там один Олег настрелял 11 фрагов, 7 фрагов у Итагана, далее 3 фрага у Фрида и 2-2 у Райдена с Вейзиком. Но это такое себе. Фрид очередной поджим, от Фрида имеется дабл килл, отлично. Фридос трипл килл, Виталий Попов пошел крушить черепа своим соперникам. Эдмайер и Коби вдвоем против пятерых. И здесь же поджим под боковую имеется от Эдмайера, а Коби до последнего чекает аркаду на мидл. Но ему надо саппортить, тиммейт он не успевает. Не успевает его вообще никак спасти, не успевает сыграть с ним на размен. Дамаг уже полетел по ногам, и плюсом дает информацию Виталию Попову в Т-шке, что соперник на подходе. Фрид квадрокилл. Ну и, дорогие друзья, первая половина закончена со счетом 5-2 в пользу команды AOXE. И мы с вами переходим на смену сторон. Ну и теперь надо взять 3 раунда АОшкам для победы. Что у нас там по чату? 4 года назад она была очень популярна, поэтому люди донатили, и подарков не так много было. А сейчас про нее все забыли, и надо как-то привлекать игроков, поэтому подарков больше. А здесь, видишь, Денис, привлекать их надо не подарками. Многие сервера Point Blank, турецкий сервер, там, не знаю, те же Филиппины возьмем, да, и так далее. У ребят подарки гораздо расширеннее, чем у нас. Здесь уже дело не в этом. Здесь дело в другом. Да, прошла обнова в Point Blank, глобальная обнова, но она была косметической. Надо заглянуть в машине под капот и проапгрейдить все там. Извините, скажем так, сколько
вы не красите тот же Жигули, там, не знаю, он все равно Феррари не станет. Поэтому, если движок обновят игре, сюда вернутся очень многие люди. Независимо от того, сколько здесь подарков, донаты и так далее. Игра очень классная, игра очень динамичная, и по-прежнему на рынке по динамике конкурентов этой игры просто нет. Ну что же, первый же раунд со стороны команды AOXZ, и он удается довольно нелегко. Зишка, Вейзик, Рядовый потеряли Фрида и Тагана. Куза и Эдмайер остаются вдвоем. Ну и в соответствии сейчас их задача выбить бомбсайт, добраться до таймера, ну в соответствии разминировать бомбу. Куза уже смещается на двойку вместе с Эдмайером. Под Т-шкой начинается кипиш, Зишка немного отходит назад. Райден, фуловый игрок, он принимает здесь, естественно, в упоре. Есть первый минус, есть второй, отлично. Отлично сыграно Максимом. Ну и, дорогие друзья, первый же раунд отыгран. Первый из трех, которые нужны команде AOXZ для победы. Ну и смогут ли сейчас додавить? Смогут ли додавить? Коби. Опенфраг в Эйзе. Там под Т-шкой еще дуалы орудуют. Они вполне могут найти сейчас как раз-таки выход аплейнта. Но Куза находит минус Итагана. Этот раунд, опять же, не особо задается для команды AOXZ. По крайней мере, начало. Возможно, мидгейм пройдет по-другому. Но, тем не менее, сейчас АОшки действительно могут подсдать немного позиции. Именно в этом раунде. От Фрида имеется смещение под Т-шку. Неплохая пачка по Кузе. Есть информация, что с двойки также закрывается оппонент. От Кит Хае, но здесь уже на упор просто вылетает Коби. И за это же поплатился Фрид. Находит даблкил. Фрид находит трипл килл. Эдмайер и Спарс остаются еще в деле. Эдмайер зашел за спину, закрывает Фрида, добирается до Райдена в Т-шке. Но все-таки эту карту просто так не отдают игроки команды X-Qual. И 6-3 загорается счет на табло. Ну что же, АОшки, будут ли это фасты? Я по-прежнему ожидаю какого-то фаста под аплейнт, выход Т-шки, боковой и винты. Но тем не менее, на данный момент игроки команды AOXZ просто сидят где-то под своими точками, ждут, когда сами ошибутся игроки команды X-Qual. Возможно, сейчас именно АОшки играют на таком релаксе, так вальяжно, у них все хорошо, они сидят, отдыхают. Возможно. Возможно такое, возможно это просто новый стиль игры команды AOXZ, именно вот настолько затяжной. Но выход имеется под яму, где и принимает Роуз, есть минус по Виталию Попову, ну и аркада под аплейн явно не увенчалась удачей. От Китхае Вейзик смог разменяться, и Зишка пытается добраться еще до своего оппонента через боковую. Здесь же размен от Кузы и Райдена был, но тем не менее 3 в 3 ситуация на карте, и выход имеется за спину здесь от Вейзика. По нему информации 0. Райден законтрил здесь Роуса, зато Коби разменялся, и Коби идут гасить со всех сторон. Но Спарс открылся на двойку очень вовремя и законтрил здесь же Вейзика. Есть информация по Олегу. Ой-ой-ой, Олег, как же опасно здесь бегал. Но есть же инфа, что это двойка. Есть прекрасная эта информация, но... Бомба была установлена. Олег, аккуратней, в упоре. В упоре находится соперник. Почему Керыч в руках? Ну, пачка залетает все-таки от Зишки. И это, дорогие друзья, еще один раунд от AOXZ. Либо допы, либо победа, если еще один раунд дожимают. Но до допов здесь, конечно, пахать и пахать еще игрокам команды X-Qual. Очень далеко. Косметика почему-то лаги делает, потому что обнова у тебя в любом случае берет новые патчи, новый дизайн требует этих лагов, ну точнее не лагов, а требует более производительные компьютеры и так далее. То есть немного далеко понимание у именно нашего комьюнити, как оптимизируется игра в целом. То есть... Можно поставить этот косметический ремонт, но оптимизационные патчи должны выходить. И вот последний вышел недавно. И за это респект огромный корейцам. Огромнейший респект корейцам за то, что они именно занялись этим. Они именно занимаются сейчас игрой, ребят. Вот просто как ни крути, очень много апдейтов и очень много они стараются оптимизировать игру. И скорее всего, вот именно делая вывод из того, что сейчас у нас происходит очень много новых... вот этих косметических, да, так скажем, обновлений, новых дизайнов, новых каких-то режимов в игру. И как раз-таки написание новых оптимизационных патчей корейцами. Исходя из этого, можно сделать вывод, то, что апдейт все-таки движка игры будет. Скорее всего, он будет. Только вопрос огромный, когда. Об этом вообще никто не знает, и я только могу предполагать, что он будет. Но раз корейцы так взялись плотно, если корейцы берутся, корейцы это очень трудолюбивый народ, и если они берутся плотно, то они делают до конца. И делают это не просто так.
Так, ну ладно, ребят, мы уже с вами слишком далеко отошли от матча, от темы матча, очень много есть обсуждений. Если что, вы можете всегда заходить на наши с Германом фановые трансляции, мы всегда ведем дискуссии на открытые темы и также на открытые темы Point Blank, так что заходите, если что, будем ждать. Ну а здесь уже идет перестрелка, и этот раунд игроки команды AOXZ отдают, отдают в очередной раз, но тем не менее для них уже это особо ничего не значит, поскольку здесь АОшки в любом случае выходят победителями на этой карте. Но теперь огромный вопрос, сколько раундов заберут для себя игроки команды X-Qual. На ВВГ у них игра явно идет лучше, нежели на Метауне. У этих ребят уже 4 раунда имеется, если же на Меде они забрали всего 2. Эдмайер выходит на аркаду как раз-таки боковой, но по боковой аркады нету. Нету здесь абсолютно никого у команды AOXZ. А Кит Хаи от Роуса, отличная хаешка под Фрида залетает. Давайте за Эдмайером посмотрим. Эдмайер принимает в упоре, есть дамаг, есть минус. Эдмайер еще одна пачка, и Томас Шейн остался 1 в 5. Но у него должна быть информация о том, что Эдмайер вышел на аркаду. Как Эдмайер его не зачекал, не услышал, непонятно. Но Итаган все-таки наказал его. Есть информация также по Роусу, есть дэмэдж и пачка хорошая от Итагана. Но с 19 хп рашить аплейнт — это такое себе. Куза здесь стоит постоянно на одной и той же позиции. Вот эти вот кивки от Итагана, то, что он просто стоял сейчас так прицелом вверх-вниз подергал. Ему просто дали информацию, что постоянно находится Куза на зеленых ящах. Томас Шейн это прекрасно знал, прекрасно понимал, попытался выйти туда с префайром и поставить пачку, не удалось. Не удалось, ну и в соответствии здесь же игроки команды X-Qual забрали очередной раунд. Но в этом раунде все прошло на разменах. Зис Хае забрал Кузу, правда, погибает опять Фрид. Почему-то сейчас полностью отсутствует Виталий Фрид Попов в игре. Пока что его именно на второй половине отключают по самому началу. Он идет даже в минусе, а это очень редко, когда можно увидеть, что Фридос играет на минус. Но от Эдмайера прием поджима винтов, минус Вейзик и попытка занятия бомбсайта, я так понимаю, Спарс пытается добраться до Райдена, но плент не потерян, а вот теперь потерян. Итаган вовремя пришел с двойки. Эдмайер пытается еще успеть здесь как-то заставить своего оппонента врасплох. Зи, а ты чё? Олег, почему? Почему ты отпустил-то? Не знаю, но там может быть какая-то проблема с мышкой была. Плейн практически был установлен, и не было вообще никаких предпосылок для того, чтобы отжимать этот бомбсайт, установку бомбсайта, но тем не менее, что было, то было. Не знаю, что этому послужило, но вот, пожалуйста, Виталий Фрид Попов включается в игру. Есть неплохая пачка. Фридос, дабл килл. Фридос уже ломится через винты. Ну и, судя по всему, здесь двумя фрагами все не обойдется. Фридос пошел на аркаду, но здесь еще сбоку находится соперник. Роуз, неплохой дабл килл. И тем временем, пока парни смещали свое внимание на выход Фридоса через винты на двойку и так далее, там уже под шумок Итаган занимает бомбсайт, установка фугаса, есть минус по точнее от Итагана. Ну и Коби один, он в яме, и Райден, по сути, должен будет его чекать. Да, есть дэмэдж, есть минус. И это также четвертый раунд для команды AOXZ. 4-4. Корейская игра, Денис. Как и, в принципе, большинство игр на просторе того же Стима, да? Очень много игр корейских. Именно корейцы занимаются разработками. Возможно, с филиалами, но очень много игр, вот то, что от корейцев выходит. Ну что, аркады есть. Вейзик находит минус по Роусу. Неплохой минус. Смещение также имеется на пятак, и здесь же Спарс у нас находится. Фрид. Фрид неплохо, отлично. Виталий Попов. Есть еще 2 килла для него и его команды. Ну и Коби один одинешенек против четверых. Есть выпад. Ой-ой-ой, хорошая пачка, но Виталий Попов не простил. И, дорогие друзья, это все-таки 10-й раунд для команды AOXZ. 10-6 заканчивается. Вторая карта. Это 2-0 по картам в...